Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 15, глава 9, чему вы научились. Выполните деление. Минус 32 разделить на 8. Минус разделить на плюс. Разные знаки, получаем отрицательное число. Минус 4. Б. Минус 54 разделить на минус 6. Минус разделить на минус. Получим положительное число. Делим числа одного знака. Получаем положительное число плюс 9. И В. 0 разделить на минус 3. 0 разделить на любое число. Получим 0. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.